Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня Nissan Qashqai 2008 года выпуска, двигатель 2 литра, бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 61 тысяча километров. После зимы появилась слабина в передней подвеске. Поднял посмотреть. Ну и, как это очень часто бывает, втулки и стойки стабилизатора пришли в негодность. Вернее, я подозреваю, что втулки могут быть целые. Особо их не рассматривал, но так как меняю стойки, решил сразу заменить и втулки. При переезде от неровностей небольших идет бубнеж такой постоянный. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и добираюсь до стоек и втулок стабилизатора. Поднял автомобиль. Вот так вот ведет себя стойка стабилизатора, как с одной, так и с другой стороны. И также с этой стороны. И когда переезжаешь по кочкам, ну не по кочкам, по неровности, просто по гравийке едешь, это как раз говорит о неисправности стабилизатора. Если на ровных плавных кочках стучит, тогда надо стойки заглядывать. Снимаю обе стойки стабилизатора с двух сторон и посмотрю, как себя втулки чувствуют. Если слабоватые, заменю, я их заказал. Если они еще живые, я их трогать пока не буду. Здесь с завода на верхних стоят колпачки, но, как правило, эти колпачки не спасают, под них попадает грязь и коррозия делает свое дело. Единственное, когда я их обратно ставлю, я их смазываю, и тогда со смазкой они стоят нормально. Беру головку. Головка здесь на 18. Немножко очищу. И ВД-шкой побрызгаю. Также и снизу. Ключом на 19 держу сзади палец, а ключом на 18 трещоточным кручу. Ну а вверх пистолетом. Так, ну вот у нас верхняя часть, она более-менее живая, она не стучит. А вот нижняя часть, вот именно, и с одной и с другой стороны низ приказал долго жить. Откручиваю вторую сторону. Все, вторую сторону я открутил. Вот стабилизатор. Стабилизатор во втулках ходит нормально, он не падает, он не болтается, поэтому в данный момент я втулки менять не буду, им еще не пробег, пусть полежат, подождут своего времени. Меняю только одни стойки. Беру новую стойку стабилизатора фирмы CTR CLN 36, это левая, CLN 35 это правая.
Достаю стойку и смазываю резьбу. На новой стойке сразу проверил, здесь ключ на 20, а я взял на 21. Вставляю и наживляю стабилизатор, он под углом, чтобы там не мучиться попадать, и вставляю уже потом в стойку. Держу палец. Наверху можно пистолетом закрутить, а вот внизу ключом. Родная гайка была на 18, а это уже на 17. Вот и все. И никакого стука здесь нет. Устанавливаю со второй стороны. Со второй стороны я тоже установил. Также никакого стука нету. Беру крышечку. Крышечку немножко набью смазки. И закрываю гайки. Вот и все. На этом замену стоек переднего стабилизатора я закончил. Устанавливаю колеса. Всего вам доброго.